К владельцу усадьбы Гребнева, общественному деятелю Андрею Ковалеву, приехали сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы по Щелковскому району, чтобы проверить условия хранения гражданского оружия. Оно хранится в специальном сейфе в соответствии с требованиями. Документы хозяина в порядке, а значит, стороны готовы подписать акт проверки условий обеспечения сохранности оружия. Андрей Аркадьевич, хочу оповестить вас, что в следующем году заканчивается разрешение. Соответственно, с действующим законодательством вам надо не менее чем за месяц подать документы на продление. Для этого нужно заранее собрать документы и подать заявление через портал госуслуги. Также капитан полиции довел до сведения, что при приобретении охолощенного оружия в течение 2 недель его надо поставить на учет. Показываем, куда идти. Отдел лицензионно-разрешительной работы по Щелковскому району находится по адресу Пролетарский проспект, дом 9, корпус 3. Основной задачей его сотрудников является федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охраны и частной детективной деятельности. И немного о работе отдела в цифрах. За первое полугодие 2023 года в Щелковском отделе принято и рассмотрено более 2000 заявлений, поступивших от физических и юридических лиц. Совместно с сотрудниками МУМВД России Щелковского проведено порядка 1000 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов к нему у владельцев гражданского оружия. В ходе проверок было выявлено около 200 нарушений правила оборота оружия, добровольно сдано на утилизацию больше 100 единиц. Приобретая оружие для охоты или для самообороны, или же коллекционируя исторические предметы, граждане обязаны строго соблюдать все требования к условиям обеспечения его сохранности. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.